Пациентки роддома Центральной клинической больницы в Академгородке собирают деньги на его капитальный ремонт. Женщины хотят поменять сантехнику, пол, мебель в приемном отделении. Почему горожане вынуждены брать на себя финансирование ремонта в медицинском учреждении, выясняла Светлана Шуваева. Участники благотворительного проекта – пациентки роддома. Говорят, им понравилось здесь все, кроме приемного отделения. Очень некомфортно, когда ты попадаешь в это помещение. Вот ты приехал первый раз, например, ты рожаешь. Приехал, и там так мрачно. Мне кажется, лучше было бы светлые стены, там, где-то подержаться, вещи сложить, чтобы удобно было. Лариса Свиридова рожала здесь больше 20 лет назад. С тех пор ничего в приемном покое не изменилось. Очень дискомфортно, очень холодно. Там, я не знаю, вот, правда, вот эта открытость, где ты раздеваешься, и все, и ты вот вся вот здесь. Ты ложишься на эту кушетку, тебе делают клизму, вокруг тебя ходят. Ты садишься на унитаз, сейчас хоть шторку повесили, а раньше даже шторки не было, и заходит с тобой. Ну, вот я помню, зашел доктор мой знакомый и поздоровался. Ну, мне каково было, да, я там. Новая заведующая родильным отделением Елена Сергеевна мечтает о том, что роддом станет лучшим в городе. Мы пытаемся внедрить все самые новаторские идеи в работу родильного дома. Мы проводим вертикальные роды. Мы рожаем женщин с рубцом на матке после кесарева сечения. Мы проводим повороты из тазового головного предлежания. Мы не отказываем ни одной женщины со всей области. К нам едут отовсюду. Роддому без малого 30 лет. Центральная клиническая больница, ведомственная, принадлежала Академии наук, сейчас отошла ФАНО. Финансирование с государственными медицинскими учреждениями не сравнить. Ремонта до недавнего времени здесь не было. Здание роддома начали обновлять только в последний год. Привели в порядок палаты, поменяли окна, покрасили коридоры. Нужно еще починить крышу, отремонтировать детскую реанимацию. Приемный покой последний в списке. Именно поэтому пациентки решили собрать деньги на его ремонт. Нюансов оказалось масса, и в то же время роды прошли прекрасно, и те люди, которые здесь трудятся, они делают потрясающее дело совершенно. И я поняла, что я бы с удовольствием вернулась еще в этот роддом, но очень хочется как-то миновать приемное отделение. Приемный покой собираются не просто отремонтировать, сменить кафель или покрасить стены. Здесь сделают масштабную перепланировку, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и спокойно. Для этого понадобится около 5 миллионов рублей. Сбор средств начнется, как только будет полностью готова смета. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.